21 февраля в 21:35 вечера телеканал НТВ начинает премьеру показа третьего сезона сериала «Инспектор Купер», который называется «Инспектор Купер. Невидимый враг». Третий сезон сериала состоит из 20 серий. Показывать сериал будут по будням с понедельника по пятницу включительно. Решив выяснить, куда уходят деньги завода и кто к этому причастен, Сулейманов приходит к директору Патракову и умирает от сердечного приступа в его кабинете. Патраков торопится уничтожить важные документы. Купер хочет ему помешать, но следователь Миронова запрещает изымать документы без постановления. На следующий день Патракова пытается убить. Неизвестный подрезает трос лифта. Директор решает скрыться. На крыше дома обнаружен труп студентки Алисы Соколовой, снимавшей квартиру в том же доме с подругой Мариной. Накануне вечером девушки были в клубе, а на утро Марина проснулась одна. В комнате Алисы обнаружены бусы и крупная сумма денег. Оказывается, Алиса и ее подруга Яна делали дипломные работы на заказ. Кроме этого, Алиса некоторое время встречалась с женихом Яны. Неужели Яна могла убить Алису из ревности? Купер выясняет, что Марина завидовала подруге, которая вот-вот должна была уехать учиться в Париж. Неожиданно сама Марина исчезает. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.